могу. Селия, она, вижу, топор хочет. Где-то вот у него на петельке. На петельке топор. Когда я вспоминаю детство, мне очень трудно представить себя маленьким. Гораздо проще увеличить окружавшие меня предметы. Рос я толчками. Не рос год-два, а потом вдруг вспоминал и вырастал сразу на несколько сантиметров. Коля, а ты тогда с предом можешь? Давай, впереди! Ой-на-на! Давай-давай! Ой, ну молодец! Я не жду от зрителя ничего, но радуюсь, если что-то происходит. Сергей Сельянов родился в Карелии, в семье военного летчика в 55-м году. Семья много переезжала и в 68-м осела в Туле. В 10 лет Сережа решил стать писателем. Потом случайно в программе КВН он увидел пародию на шпионские фильмы и в 8-м классе начал снимать кино. В первый же съемочный день в гриме шпиона он попадает в КГБ. Чему эти люди радуются? Ведь Россия гибнет. Не Россия гибнет. Русская идея торжествует. Если я вижу зрителя, с которым мы действительно соприкоснулись, который молод, у которого блестят глаза, он действительно что-то там случилось, я... Да, чувствую в тот же момент очень страшную ответственность. Мне даже не по себе становится. В 75-м поступил в Тульский политех, где возглавил любительскую киностудию. В 78-м бросил институт и поступил на сценарный в ВГИК. В 80-м году вместе с друзьями подпольно снял фильм «День ангела», который вышел на экраны лишь через 7 лет. В 87-м поступил на высшие режиссерские курсы, но вскоре бросил их и начал съемки своего первого легального фильма «Духов день». Снял 4 фильма, каждый из которых отмечен призами кинофестивалей. Ритантуриприер! Ритантуриприер! Сереж, будь веселее, мазни мастихином, и будет гениально. Я делаю, даю вам то, что я сам, вот над чем я расписываюсь. Это мое, это не игра в поддавки.